Более полсотни авторов и больше 700 изданий. Региональное отделение Союза писателей России к 50-летнему юбилею готовится презентовать трехтомник, в который войдут детские произведения абсолютно всех белгородских авторов. Легендарная поющая эскадрилья на ниве белгородских поисковиков. Очередной проект «Кликни. Мир Белогорья» рассказывает историю, которая связывает эпизоды знаменитой киноленты с уроженцем Белгородской области. Известный органист Тимур Халиуллин уступает место своим ученикам. Завтра в Белгородской филармонии в органном зале состоится необычный концерт маэстро и его воспитанников. Вход совершенно свободный.